Хаюшки, ребятки, с вами Лекс. Продолжаем играть в Бонкио. И в данный момент у меня тут целый клан просто насобирался. Это у нас Мухаммед, Настя, Чип, Лиза, Милки Вей, Серж, Настя Винчестер, Холодильник и Олег Цогла. Так, давайте посмотрим, что там предлагают. Кстати, такой карты я не видел. А ну-ка, давай попробуем. И как? Я ничего не понимаю. Как? Просто что? Что? Как здесь надо делать? Вот, никто не понимает, все видят этого, но никто не понимает, что здесь происходит. Блин, я хотел вот сейчас отбиться, кстати, от Насти Винчестер. А ей пожертвовать и кинуть ее на эти. На этот вот черный. Треугольник! Нет! Надо было, блин. Ладно, это нереально просто. Это просто нереально. Окей. Надо просто. Да нет! Надо как-то вот этот вот на этот белый блок, или не знаю, что это такое, на белую нитку эту сесть. Сядете на белую нитку. Надо выкидывать отсюда. Я не верю в это. Я просто в это не верю. Просто я летел в каком-то рандомном месте и попадают прямо в меня. Блин, я, кстати, сейчас не нашел себя. Случайно выжил, можно сказать. Опа. 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 А ну-ка. Эй. Пожалуйста, выживи. Да. Мои молитвы были услышаны. Но выжил не я. Выжила. Кто угодно выжил, кто остался из них. Но не я. Ого, да-да-да, самое. Та самая, ого. То самое чувство. Серж красава. Вытолкнул меня. Отличный момент просто. Ну ничего. Видите, Лиза просто, она никого не трогает. Она просто существует на этом большом, на этой большой планете, на этом солнце, можно сказать. Ноль побед у меня. Что за говнище? Говнецо. Пирамиды, ребят, не буду ставить. Это пирамида не очень, пирамида не очень, пирамида не очень. Давайте поиграем в машину. Почему бы и нет?
Audi 80 написано. О, сейчас, наверное, все застрянем. Ну и что? А будет что-нибудь происходить-то? Как-нибудь можно умереть в этой карте? Кто бы мне сначала об этом рассказал бы? Все, кажется, кто-то выиграл. Еее! Кто, короче, ближе к выходу? Эй, холодильник, ты куда? На, то есть, почему-то тогда у меня с первого раза не получилось. То есть, она не заактивировалась, так скажем. Да. Я упал. Теперь все поняли, что нужно идти-то туда. А здесь по низу никак не пройти, ребят. Вот такие вот проблемки. Ладно, осталось лишь ждать своей смерти. Активируйте себя вон там, вот, в правом нижнем углу, и вы выигрываете. В принципе, довольно-таки все просто. Концепция понятна. Да хватит, блин, меня толкать! И вот столкнули меня вниз. По сути, у меня просто идеальная возможность сейчас победить была. Уже второй раз я взял ее, профукал. Да куда ты, куда ты? Я не знаю почему, но я не могу отпрыгнуть ни от чего. То есть меня просто выкидывают и все. Я не могу даже приземлиться на землю. Я просто умираю и все. Ну, карта не очень. Машину сделали, вот это да. Аплодисменты, но, господи. Лорд Ник, привет, рад тебя видеть, спасибо, что здесь, спасибо, что играешь, спасибо, что вместе со мной. Первый раз тебя вижу, кстати. Так, ну что, в принципе, я всем рад, что играет. Вот это что такое? Или вот это? Давайте это попробуем. Поезд, а потом уже попробуем Let's Capture. А здесь соната Чуи. Офигеть, вы серьезно? Сейчас поезд будет ехать, ребят. Вот говнюк, Мухаммед. Мох ты говнюк какой. Мне кажется, поезд сейчас приедет. Да, едет. Офигеть. Вот эта карта. Вот это вот действительно крутая карта. Здесь создатель запарился. Здесь он действительно запарился. Эй! Почему так залагало-то? Отлично. И я победил все-таки. Я все-таки победил. Так. Лагает. Карта лагает, ребят. Потому что, видимо, слишком... Воу-воу-воу-воу-воу. Слишком поезд нагружает карту эту. Отлично. Из-за этого подлагивает. Было бы, конечно, хорошо, если бы не подлагивало. Я живой. Лети, поезд. Ну-ка. Ах, ты какой... Случайность. Это случайность была, я видел все. Просто тебе повезло. Классная карта. Это мне нравится. Отлично. Поезд, давай. Ну, поздно. Троем еще живут. Ой, засранцы, нифига себе. Мне кажется, сейчас он обратно вернется. Да. Давайте, Лиза против лорда Ника. Ну же. Офигеть. Лиза, ты просто такая везучая, я офигеваю. Он просто, видите, в истерике. Как так? Ноу. Да вы серьезно? Ты что это было? Ну, холодильник выиграл, ладно. Здесь осталось... А, все. Выиграл три раза, серьезно. Так, давайте возьмем эту карту. Да я эту хочу. Нет, вот эту. Или... А зачем, Мухаммед все эти карты предлагает? Ладно. Предлагайте одну, не надо по 10 карт кидать. Лучше одну какую-нибудь киньте и все, и рано или поздно я все равно какую-то из них сыграю. Хватит, отстаньте. Отстаньте от меня. Не кидайте меня ни в какие стороны. Прыгай, прыгай, прыгай. Офигеть, я все еще живой, вы представляете? Все, надо выкидывать отсюда Лизу, потому что она какая-то слишком профессиональная стала. Да хватит, отстаньте. Все. Да блин, так как просто.
киньте что-нибудь в экран, пожалуйста, за меня. Я не верю в это просто. Я просто в это не верю. Так, окей. Эй. Не, Лиза, Лиза, извини, но это уже личные счеты у нас с тобой. Я уже не могу просто так тебе на тебя смотреть, как ты выигрываешь, как ты тащишь. Окей. Ну что? Да блин, да я не верю! Это слишком, надо быть точным, просто невероятно. Да. Все ржут. Хватит надо мной ржать, это была случайность. Так, окей. Прыгай, ну же, прыгай, дружище. О! Извинили за это, просто не повезло. На самом деле, это просто мои очень прямые руки помогли мне, которые я купил с донатов. Хватит, хватит, хватит здесь тусить. Ах, Серж просто взял, обманул меня. Вот засранец. Затроллил меня, затроллил, действительно. Я хотел в него уже влететь, а он взял и подпрыгнул. Потому что когда ты спускаешься вниз на более высокой скорости, ты не можешь прыгнуть. То есть игра воспринимает тебя, как будто ты летишь вниз именно. А не как будто ты спускаешься по определенной плоскости. Какие дела будете знать? То есть представляете всю физику именно на таком уровне. То есть игра думает, что вы падаете. До сих пор вы в воздухе находитесь. Поэтому прыжок не работает. Поэтому вы не прыгаете. Так же, как, к примеру, в воздухе. Если вы нажмете прыжок, вы тоже не прыгнете. Вы просто можете прыгнуть, когда уже приземлитесь. Такие дела. Может быть, это и холодильник тот самый, не фейковый, я не знаю. Но у настоящего холодильника 2L, как я знаю. Так что, блин, фиг знает. Ты ли это Саня или не ты это Саня? Давай, прыгай, лорд! Красава, ох! Просто в последнюю секунду успел. Но это благодаря тому, что он замедлился вовремя. Поэтому все повезло вот так. Где я? Что хочет? Отстаньте отсюда. Отстаньте от середины. Ух! Серж, пожалуйста. Фух, я живой. Офигеть! Все, пошел отсюда. Да нет! Ну это красиво было, это было красиво. Я с этим поспорить вообще не могу. То есть все друг друга просто как-то выталкивали, выбивали, и в итоге сверху прилетел последний герой. Блин, а даже что ты будешь делать с Настей этой? Вытолкнуло меня просто. Не было шансов у меня, не было шансов. Давайте. Я верю в лорда. Не знаю почему. А выиграет Серж, да? Еще неизвестно, видите? Бой, бой идет. Ожесточенный. Серж очень хорошо играет. Вот сейчас у лорда был шанс. Не знаю, что он ему не воспользовался. Был шанс именно прыгнуть, когда он спускался на быстрой скорости. Просто. Просто двойной фейспалм, вы понимаете? Двойной. Двойной фейспалм. Один другого обманул, потом еще сам же обманулся на том же самом месте. Абсолютно так же. Да отстань! Я хочу тебя скинуть! Да прыгай, 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 прыгай! Я успел под ним пройти. Прыгай, прыгай, прыгай! Он не прыгает, ребят! Даже учитывая то, что я уже полностью почти остановился тогда, он не прыгал. Блин, жалко, жалко. Блин, плохо? Обидно. Печаль, беда, в общем. Печаль, беда, ребят. Не знаю, кто выиграет. Ни на кого ставить не буду, потому что вариантов вообще ноль. Здесь абсолютно рандом решает, по-моему. Серж упал. Нет. Просто, ну вы видели, что за везунчик? А вот это что такое было? Лорд, если бы ты нажал, кстати, усиление свое на X, ты бы выжил. Офигеть. Серж, ты просто бог. Это так тебе скажу. Всех обманул, всех затащил. Где я-то? Вот, вначале не понимаешь, где находишься. В общем, проблема. Да вы серьезно? Все, Настя, извини.
Извини, Настя, но это жизнь. Один толкает другого, без этого никуда. Так. Куда я полетел-то? Да хватит! Куда? Почему? Почему холодильник не улетел так же далеко, как я? Почему? Что на это... Как влияет? Как влияет это? Нормально, нормально. Вот опять остаются либо Серж, либо холодильник, либо Лортник. Видимо, они уже приноровились, играют уже. Пока мы вот здесь вместе с ними играем, уже все хорошо играют. Холодильник. Две победы. Жесть, я вообще хоть раз здесь побеждал, а что-то не обращал внимания? Вроде бы нет. В этой карте я не побеждал. Я живой, отлично, это не может не радовать. Отлично, просто тимплей, командная работа. На! Да хватит, кто-нибудь у вас-то упадите. Отлично, Серж тоже упал. Я не верю! Да, ладно, ребят, на этом все, Лордник победил. Ну и очень классная карта, кстати, очень классная. Здесь можно так позадрачиваться, я имею в виду, именно долго сидеть в этой игре, именно на этой карте, и как-то улучшать свои навыки. На этом все, надеюсь, вам понравилось, ребята, игрушка прикольная. Не забываем, чтобы поиграть со мной, вам нужно всего лишь-то навсего прииграть со мной, точнее, видеть информацию в группе ВКонтакте, и там будет ссылочка, и вы перейдете сюда. По этой ссылочке вы перейдете ко мне в комнату. И просто нажимаете join, ребят. Извините, что икаюсь. Заикаюсь, икаю. Потому что... Ну, потому что переел, видимо. Нельзя на полный желудок, скажем, записывать видео. И вот, к чему я веду, ребят. Если вы будете подписаны на группу ВКонтакте, будет информация выходить, будет новость, пост, где написано, типа, Go Bonkyo, и вы, переходя по ссылке, попадаете сюда, и потом я уже буду сообщать вам, когда я начну запись, когда я начну играть. В принципе, запись, она начнется так же быстро, как и... В общем, поняли. Так же быстро, как начнется игра. Скорее всего, сразу же, как только начнется игра, начнется запись. Но я не начинаю запись, пока не будет 8 человек. А на этом, ребят, все. Спасибо за просмотр. Спасибо, что вы вместе со мной играете. Спасибо вам всем вообще, те, кто заходит. Огромный респект, я вас обожаю. А с вами был Лекс. Всем добра!